Филиал мостостроительного краевого предприятия «Примавтодор» приступил к работам по реконструкции моста в районе села Лукьяновка. Мостостроители демонтируют старый объект, который был признан аварийным. Возведут новые опоры, заменят покрытие, почистят русло реки, укрепят береговую линию. Ремонт сооружения планируется завершить в ноябре. Организован объезд участка. Сейчас дорожники отсыпают его и приводят в нормативное состояние для обеспечения проезда. Мы находимся на объекте Лукьяновка, Новополтавка, 3 плюс 340. На сегодняшний день здесь аварийный мост, по которому, в принципе, запрещено движение. Силами филиала была организована объездная дорога, по которому сейчас движение. Мы приступили к разборке этого моста, разобрали деревянный настил, сняли пролеты для их восстановления. На сегодняшний день разбираем опоры. Задача первоочередная – содержание объезда и кратчайшие сроки восстановления моста. Мост будет восстановлен в те же параметры, которые и был. На сегодняшний день на данном объекте работает 13 человек и 4 механизатора. Отметим, по словам губернатора Олега Кожемяка, транспорт и дорожное строительство являются одними из основных векторов развития региона. В этом году основной упор будет сделан на ремонт и возведение мостов. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мостостроители отремонтируют 15 сооружений на краевых дорогах. Будут введены в эксплуатацию мосты через реки Партизанская, Соколовка, Царевка и Петровка.